Всем привет, ребятушки, меня зовут Спулидриду. Ну что ж, и это уровень, в котором у нас будет вот такой вот лагерь, который очень-очень мощный. Так, мы тут немножко сейчас профукали один момент. Давайте до 150 добавим и будем... Ой, надо было прокачать перед этой битвой, ребята, надо было прокачку сделать. Конечно, мы упустили этот момент. Так шибают, ничего страшного, наш шарик король, думаю, победит вот этот лагерь ихний. Ого, там что, по два босса у них выходит? Эй, вы куда столько навылазили-то? Ну пока, да вообще стрелы я не хочу использовать, как-то с ними неудобно. Так. А, мы можем уже вызвать, отлично. А то я маленечко не заметил. Ну что, у вас будут какие-то новые враги квадрата? То вы все одних тех же посылаете. Икс. Хорошо. Что у нас тут? А, мы можем прокачать. Да, эту штуку надо бы прокачать. Все, пока что копейщиков хватит, будем прокачивать еду, чтобы потом можно было навызывать всю армию прямо. Оп. Теперь подкопим на 300. Эти копейщики и так, смотрите, проходят неплохо. Бэмс. А все сразу, волка нету-то. Пик. Оп, 300 теперь можем поставить, и это хорошо. И раз, и два. Что тут у нас осталось? Бимс. Ну, я хочу 350 накопить, только потом. Правда, у нас один копейщик остался, и он тут держит оборону. И его, наверное, сейчас победят. Да, так и случилось. Куда вы там стрелы свои запускаете? Никого ж нет. Ну что, вызовем рыцаря? Или лучницу? Лучница тоже крутая. Давайте сначала копейщика, а потом лучницу. Так-то, я думаю, будет повеселей. Вот, чтобы он там оборонялся, и она сзади там стреляла, да? Так будет правильнее, я считаю. А ну-ка, давай, лучница, быстрее, они так медленно ходят. Прям очень медленно ходят. У них там, смотрите, тоже бригада из трех лучников на нас движется. Куда? Быстрее, нельзя им дать по нам стрельнуть. Ай. Все, их атаки перешли на копейщика, он там покрепче будет, паренек. А наша лучница пусть сзади там обстреливает. Пиу. Здорово. Так, еще одну позовем. Оп. А, это мы копейщика вызвали. Я хотел лучницу. Нет, дайте мне лучницу, которая сможет поразить прям целое это племя. Ребята, ну что ж, может, сделаем какой-то мини-конкурс на лучшую историю. Вы в комментарии можете написать историю того, как вообще шарики с квадратами решили посражаться. То есть, откуда они вообще взялись, шарики, откуда взялись квадраты, и почему они воюют? Кто напишет крутую историю в комментариях, можете писать всем, выберем лучше, и обязательно ее представим в следующем видео. Назовем имя автора. Так. Оп. Так что давайте, конкурс на лучшую историю. Пишем в комментариях. Откуда возникли шарики, откуда квадраты и почему они воюют. Так, лучшую историю мы покажем в следующем видео. А пока что, ребятки, мы все ближе и ближе подходим к ихнему поместью. И, возможно, скоро тут появится босс. Лучниц вроде бы больше уже стало. Так. Они нам не ранили ни разу? Да, у нас всего лишь 2000 в нашей башне, у них 10, представляете? И мы держимся. И вот такие вот мы смельчаки. Ну? Пиу!
Хорошо. Вот тут обвиняй, сколько у нас там стрел вылетает. Это я считаю круто. Вот третий даже ничего не успевает сделать. Окей, тогда добавляем побольше лучницы. Все, они будут каждого встречного там побеждать. И до нас даже никто не дойдет. Потому что они только выходят из этого поместья и сразу. Сразу в них летят десятки стрел. И там еще сзади подкрепление, стойка же. О, это кто? Ты кто такой? О, видите, сколько в него стрел летит? Смотрите, это какой-то шаман у них. Ребята, на нас нападает шаман, что же делать? Вау! Вот это он шар запустил! Ха-ха! Вы видели, сколько стрел вылетает? Да, кто может пережить такое количество стрел, я не знаю. Ну прикольно, мы кого-то шамана победили. Вот это лучница, вот это лучница. Там явно штук 20 вылетает. А ну-ка, посчитайте в комментариях, сколько мы тут настакали лучниц вообще за эту игру. Вот сейчас хотя бы, да, вот сколько у нас стоит. Так. У нас-то на подходе еще они постоянно добавляются. Ну все, это победа. Конечно, там столько лучниц уже, что они не помещаются в рядок. Здорово. Вот мы и победили эльфийская одежда. У нас там выпала какая-то. Так, а что у нас тут будет дальше? 1700. Так, немного золота из королевства. Что у нас тут? А, это мы уже перепрыгнули на следующий уровень. Хорошо, хорошо. Ой, жалко, что их внизу еще нет. Так вы знаете, вниз бы эти уровни спускались. Ну, их всего лишь 75. Маловато, маловато. А ну-ка, давайте кое-что прокачаем сейчас. Я не знаю, давайте лучниц уже. Так уж и быть. Ой, нам капли не хватило. Тогда пустим это все в замок. 1600. Я не знаю, что это дает, но... Давайте это прокачаем. Давайте добавим немножко башенки нашей. И поехали, поехали сюда. И устроим быстрое мочилово. Так, прокачали. Прокачали. Отлично. Так, вот они уже бегут. Поэтому нужно очень срочно вызывать. Бэмс, бэмс. Вызовем, наверное, 4 копейщиков. И потом начнем стакать лучниц. Так, что-то стрелы вообще не помогли. Все, 4, я думаю, хватит. Поехали прокачиваться дальше. Пускай они пока там пробиваются. И оп. Ну, они что-то пытаются там, ребят. У них неплохо выходит. Правда, их уже 3. Пока что не такой большой наплыв квадратов. И они держат свои позиции. Оп. Так, а у нас уже на максимум. Все, теперь можем вызывать лучниц. Лучниц. Так, стой, лучница, стой. Все, копейщик пускай идет вперед. Здорово. Так, давайте, держитесь, парни. Лучницы уже идут к вам на помощь. Оп. Хорошо. Пью-пью-пью-пью. Так, там, я знаю, скоро появится босс, поэтому давайте как можно скорее стакать лучниц. Что у нас там, сколько идет? Еще идет. Так, 3, это получается 5 их уже. Скоро-скоро вылезет чудище, ребят. Скоро вылезет шаман. Какой-то верховный шаман. Так, вот и он.
Он даже не успеет атаковать, а нет, успел. А! О, вот это он там огненные шары запускает. С ним нужно быстро сражаться. Так, а лучницы идут. С лучницами так просто тут не позабавишься. По-моему, а, мы их сейчас еще вроде до 5-го, да, прокачали? Точно. Теперь они намного сильнее стали. Все, победили! Ю-ху! Уэ! Там пару выстрелов есть. Ну что ж, ребятки, вот такая получилась крутая серия. Ставим лайки, подписываемся, комментируем, всем пока-пока!